Ошибись. А что я сегодня бы поканал вокруг Майнкрафта? Сегодня не с приложения, потому что некоторые проблемы были с описью просто. У вас не было никогда даже. Ну чё, пошли? Пошлите искать новую пещеру. Так сказать, даже вот прошлой серии даже я не знаю. Не знаю, понравилось вам, не понравилось, но это как-то-то еще нужно досмотреть. Кстати, а почему бы не зачаровать железный меч? Вот реально, почему бы и нет? Ну, давайте. О, стоп, зачарование. Привет. Так. Ставь сюда меч. Опа! Плечи станоких. Чё? Чего? Что это за меч такой? А, неразрушимость один еще. Нифига себе. Нифига себе. Так, пока что райончик не очень так классный. Пока что я даже тут ничего не вижу. Даже никакой пещеры и ничего. Теперь не мешай. Да господи, не мешайте мне оба. Так, а это вроде новая пещера. Опа. Если я сюда не шел, это правильно. А если я сюда шел уже, то тогда... Мы просто уходим отсюда. Вот что мы делаем. Нет. Блин. Опять такие же ощущения, как и вчера, блин. Ну... Чё, это тупик, так сказать. Ну чё, идём туда. Я даже не знаю, как это всё. Так, пойдёмте сначала туда. Мне туда очень страшно ходить. Блин, я ещё в этих пещерах где-то лазю, и, блин, и так страшно. Подожди. Ладно, идем вниз. Потому что тут никого не было, блин. А то если кто-то... Да блин. Тут опять тот же самый разлом, наверное, идет уже. Так. Ну, тут ничего нет. Угу. Я и пришел, блин, наверное. Так, а теперь можно вопрос, где мне надо и где-то-то надо, блин, копать. Может, тут, короче, копаем, в надежде того, что там этот будет пещера. Ничего нету. Ладно. Чё, кирку доставаем и копаем. Сейчас мы ее даже зачаруем тут. Нифига себе, вы думали, то, что я такой, ну, то, что я в выживании, нет, я в творческом. Я, кстати, не на компьютере играю, а на телефоне. Господи, фиг еще найдешь, блин, этот стол зачарования. О, неразрушимость. Эффективность 1. Вот. И вот это вот я хочу. Вот, спасибо. Спасибо. Теперь копаем. Чё, правило буравчика. Буравчика этот. Копаем. Чё, надеюсь, то, что мы найдем хотя бы что-то, что нам этот нужно. То есть, даже я не знаю, я тут могу построить реально домик, но нет.
У вас что, какие-то проблемы? Нет, так. Хорошо, не хотите говорить, дело ваше. Но в любом случае, абсолютно. Что, копаем, ребят? Я надеюсь, то, что мы найдем хотя бы алмазы. Но что вы видите? Что-то видите? Я тут чуть-чуть прокопал. Я даже сам не знаю, сколько я уже прокопаю, пока я не найду эти, блин, алмазы. Вот. Я, кстати, выживание напереключусь, если что, и добуду их. Вот. Ну, а тут... Топ. Я не знаю. Давайте... Ну, не сейчас, я сейчас не переключусь. Так что... Страшно, блин. Вот столько я прокопал. Сейчас надо... Чё? То есть тут я прокопаю, и даже ничего не... Ну, давайте тогда вниз. Вот чё, копаю вниз. Чё? Ну, чё нам делать ещё? Что? Может, тут алмазы найдем? Или пещеру даже. Где-то очень страшно. Да блин. Чё, копай вниз. Офигеть. Ну чё? Что это такое? Что тут происходит? Кстати, когда потрог будет, давайте попробую хотя бы немножечко там покопать. А если тут руды, это значит то, что типа тут есть, а тут руды есть хотя бы? Ну скажите, пожалуйста, да ёпрасете, блин. Сегодня мы хотим руды, ребят. Да блин, какой-то там вообще ерунду. Чё, давайте вылезать отсюда. Я не знаю больше. Я вот реально не знаю больше. Ну, чё, пиццу кусочком доели? Да ёпт. Спасибо. Вообще, это мой кусочек. Да. Так. Сейчас тут этот. Надо найти как-то проход на улицу. А тут я уже столько ходил, то что я его даже не нахожу. Кстати, сейчас я переключусь и сделаю там кое-что. Выживание. Все. Теперь мы копаем эти, то есть это уголь, ребят. Реально уголь. Шестой уровень, серьезно. Давайте будем выживание так. Реально. Давайте выживание будем как-нибудь. Я не знаю, как мы будем выживать, конечно, но как-то да, будем. Господи, тут столько уголя. Тут столько можно факелов, конечно, этот, все такого сделать. Просто вообще капец. Так. Тихо. Подожди. Чё? Ой, вы, наверное, там по-здоровски говорили, но этот... Так. Я чё, если я вернусь, опять... Ты чё? Чё я расчихался? Ты у вас меня попроси, Ярик уже расчихался. Угу, блин. Так, не обращайте внимания. Чё? Что теперь? Уголь! Но я его не буду копать, спасибо. Кстати, что с этого блока, можно... Кстати, если я его скопаю, пойдет мне в руки? По-моему, нет. Так, вот это вот копаем.
Так, вот все скопали. Теперь куда нам нужно? Типа... Че, давайте в новую пещеру, кстати. Мне что-то кажется, то, что надо в новую пещеру. Тут вообще монстров нет даже. Но я не знаю, где проход на улицу, если честно. Даже как бы... Что это даже... Но... Че, я тут могу, в принципе, этот... Сру баранину, блин, покушать. Ой. О, булыжник, вот. Булыжник. Вот копаем тут булыжник. В пещере булыжник есть. Это самое мое крутое. Опа. Что, забрал? Собрал. Yes. Офигеть! Как тут классно! Офигеть! Так, теперь как-то нужно тут выбраться. А, нифига себе, то есть у меня получается такой скин, ладно. А у меня же булыжники. У меня блоки есть? Есть. Вот. Берем этот. Чё? О, ё-моё, красота, тут уже ночь. Капец. Ё-моё, чё у вас осталась вечеринка? Пока. Господи, ё-моё, ё-моё. А, ты на меня гонишься? Ладно, получай. Тель. Вообще на легке прям. Чё? Какой у тебя домок там? Чё, бежим отсюда? Чё, куда-нибудь подальше? Ё-моё, чё я стою? Тут лава, бежи, тут тоже лава, да? Наверное, тоже. Чё делать-то, ёпарасете? Чё делать? Надо быстрее в деревню, там поспать всего лишь, чтоб я там возрождался, наверное. Ё-моё, тихо. Я так боюсь монстров, то чтобы даже не представлять. О, господи. Все. Так, закрывайся, все. Все. Это просто... Опа, горшочек. Я забрал горшочек. Так, тут я сплю. Эй! В смысле? Почему я не могу спать? Почему я не могу спать? Ёпарасете, блин. Чё? А, вот так я могу, значит, спать? Вот так, значит. О, все, мы разбудились. Ой, сейчас этих без монстров будут всякие, да? Так, это пока что самая длинная серия в моей жизни. По-моему, тут я немножечко замолчал. О, это я бы... Простите. Так. Сейчас этот... Сейчас, наверное, тут... Опа! Опачки, сейчас вы этот, в принципе, услышите. Господи, кто меня бьет? О, ёпарасете! Тут же пещерные эти! Тут же пещерные зомби, они же не убирают, когда без... Утро, блин!
Копаю, копаю, копаю. Все, есть, 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 есть. Чё? Чё? Давайте закроем. Вот, закрыли, все. А это, в принципе, из рая вы будете? А? Рано у тебя есть еще время? Так. Вот это вот самая неприятная компания, которую я когда-то видел. Самая неприятная компания. Так. Сейчас вы, в принципе, это услышите. Ой. 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 Надо валить. Надо валить. Тут же голевый есть. Ой, ёбар, СТ. Ой-о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 й. Чего? Так, закрываемся? Я надеюсь, тут он мне не даст. А чё тут такая дырка? Давайте этим закроем. Вот всё. Не надо, не надо. Бежай. Да не мешай ты, ёбра СТ, блин! Не мешай, пожалуйста. Вот все. Если тут галер есть, есть же крышка. То есть тут есть, то есть тут даже не знаю, блин. О, кушать, 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 кушать. Вся остальная, блин, еда у меня пропала. А вот моя еда, в принципе. Это вот это вот. Так, а теперь мы идем на землю. Сейчас мы там будем убивать животных. Потому что у меня еды просто... Дофига, вот, как вы видите, да? Вот, как вы, вот. Так, ну чё, теперь идем на землю. О, гора! Давайте пойдем туда, блин. Так, тут точно должны быть животные, так что ищем животное. Ищем, 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 ищем. Пока что самая длинная серия, наверное, по Майнкрафту, которую... Вау, как тут классно, смотрите. Да ёбарас, это хватит ли писать? Вы уже знаете, где мне пишут. А, тут топор нужен. А. Ну тогда мы рукой, наверное. Нет, мы сейчас должны искать. Опа, тут дальше... Везде вода. Вот это вот самое и отличное, в принципе. Это тут и везде вода, в принципе. Это просто отлично, я так понимаю. А тут рыба и есть, в принципе. Так, я вас сейчас немножко убью рыбу, чтобы вы не обижаетесь. Лен, почему я их не могу убить? Подожди. А, мне же еще нужно вниз. Да почему? А, ну, конечно же, я же немножко выше. Ну, чё, забираемся по горе, так сказать. Чё, земля, а? Тихо, 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 тихо. Это пока что самая, наверное, неуважаемая серия, которая могла бы вообще существовать в мире вообще в этом. Это просто реально. Но мы на этом закончим, потому что серия сегодня получилась длинной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!